Вот уже более 10 лет выходец из суперстара Алмаз Кишкенбаев живет и творит в южной столице нашей бескрайней родины. Но, видимо, молодой артист решил то ли сломать систему, то ли просто расширить концертную географию. Свой большой сольный концерт певец подумывает провести в городе Астане. Спрашивается, а как же алматинцы? Сейчас все говорят только о концерте в Астане, потому что уже известна его дата и идет подготовка. Но в Алматы я тоже буду выступать. Просто пока мы не определились, когда это будет, поэтому молчим о нем. Да неужели? А мы-то подумали, как же без культурной столицы? Кстати, поклонники музыканта прямо-таки заждались выхода нового музыкального видео артиста на песню «Сен». Но недавно поползли слухи, что Алмаза просто кинули с его клипом. Певец, в свою очередь, пытается сгладить ситуацию. Если честно, я сам очень жду выхода этого клипа, но его завершение затягивается по вине режиссера. Во избежание подобных ситуаций хедлайнер решил побеспокоиться о коллегах исполнителя и выяснить, кто же так динамит Алмаза с клипом. Я думаю, пока не стоит называть имя этого режиссера. Что ж, точки над «и» расставлены. Концерт в Алматы никто не отменял, а с клипом, будем надеяться, вышла лишь небольшая заминка. Так что не будем делать из мухи слона. Впрочем, слухи на то и существуют, чтобы хедлайнер всегда их мог развеять.